Ирин! Ирина! Ты со мной не разговариваешь, да? Ничего не сказала с тех пор, как я вернулся с работы. Если это из-за юбилея, то я уже перед тобой извинился. Но мне действительно надо было идти навстречу. Ну, Ирина, ну скажи что-нибудь. Малыш, ну извини, но... Я ведь действительно тебя люблю. Ведь так? Ирина! Ну что ты, в самом деле, я же извинился перед тобой. Ну что ты? Ты в порядке? Ты в порядке? Все, что я хочу услышать, это правду. О какой правде ты говоришь? Я же сказал, у меня была очень важная встреча на работе. Я вынужден был пойти. Конференс! Ты знаешь, что я имею в виду? Не делай из меня дуру! Ты же все это время знала, что ты хочешь, чтобы я сказала. Я тебе сказал уже миллион раз, прости. Да, миллион раз, еще до нашей свадьбы. Открой эту дверь! Открой! Зачем? Чтобы ты меня опять ударил? Не говори так со мной. Ты же знаешь, что это была ошибка. Открой эту дверь! Вадим, слушай меня внимательно. У меня бритва. Если ты долго ворвешься в эту дверь... Я клянусь Богом, который меня затворил. Я порежу себе вены. Я готова уйти. Я еще была готова много лет назад. Ирина! Ирина! Прости меня, но... Ты все, что у меня есть. Ирина, не делай этого. Да, я готова. Я действительно готова. Ирина, прости! Пожалуйста, не делай этого! Ты все, что у меня есть! Ирина, мне иногда кажется, что это все из-за того дерьма, что я видел. Мой отец и все его женщины. Ребенок не может видеть всего этого. Мне кажется, я потерян. Ирина! Да. Малыш, ты в порядке? Да, все в порядке. Спи давай. Я люблю тебя, малыш.